Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас первый минус. Едем париться. Вот. Давно не парились, поэтому поставили МБ-10 с накидным тентом. И сегодня печка у нас будет медиана с парогенератором Парафон 2, ну, с каменкой. То есть такой классический вариант для первого минуса, для удобства, что в предбаннике переодеться, оставить там вещи. Смотрите, что будет дальше. В кафе-то, чтобы идти париться с Артемом, ты да. Это не сказал? Да, с Артемом едем париться, с Артемом. Ну вот так вот установили мобилу МБ-10 с накидным тентом. Рассветка сотовый пляж. Мобильная баня с предбанником. Такой предбанник. Здесь расположились, поставили вещи, термос, фрукты. Вот так вот все. МБ-10. Ванночка с виниками. Два полока. PS700, PS350. И медиана с парафоном 2 и с кирпичами из сталькохлорида. Все, остается растопить печь и начнем париться. Ну вот, печка затоплена. Надо сказать, только затопил. Сразу уже тепло. Тяга хорошая. Ну, парогенератор парафон немного, конечно, создает сопротивление. Но в целом все отлично. Два слоя. Вот у нас первый минус сегодня. И мы будем считать минус 3. Температура отрицательная. Вот, травка покрылась синим за ночь. Вот парение при первом минусе. Здесь уже в предбаннике тепло. Ну, а в парильном помещении вообще хорошо. Уже где-то 53-54 градуса. Парафон 2 выходит на режим парогенерации. Все, пожалуй, пора раздеваться и париться. Вот я стою в предбаннике, открыта дверь. Здесь уже в предбаннике жарище. Вот такое у нас парение. Такая обстановка. Парогенератор Парафон. Парогенератор Парафон 2 работает. Вместе с печью медиана. Камешки убирают тепло в себя. Чисто хлорида. Ну вот, паримся. Моя вот эта шапка, ей уже 2 года. А когда будет, когда вот Новый такая год парить? А при Новом году еще какой будет? Возьми, тебе, конечно, будет велика, но одень. Видишь, какая удобная? От жары она защищает? Конечно. На, отличная шапка. Вот эта новенькая. А у меня уже 2 года, не стиранная даже. Ну, так вот. Отличные шапочки служат долго. Пора бы еще добавить. Опять брикеты положил. Подложил, тоста дойдет.
Зайди. Опа. Ой. О, садись. Фу, хорошо. Это кажется. Внизу нормально. Потом зашло в парилку. Да, потом посидим подольше на третий раз. И уже начнем обливание. Обливание вначале здесь, в парилке нагретая теплая вода. Вот, после этого холодный из озера. Ой, а как я смогу из озера? А потом уже, когда обольешься холодным из озера, последний момент, ну, попаримся с вениками. Пробьем обязательно ступни. Ну и в целом по телу пройдемся. Да. Ну иди на 30 секунд, пробегись. Охладись чуть-чуть. Но только 30 секунд. И вот сейчас, вот видно, около 110, но тут ориентировочно 107, так, ну, 105 даже. И при парогенерации, что дает парафон 2, он так потихонечку идет, я туда водички залил. В общем, реально такая мощная, хорошая банная атмосфера. Фу, потеешь, хорошо. Особенно на полоке, сидишь на верхнем, ноги на нижнем. Очень удобно и хорошее парение. Вода быстро согревается. Вот так вот. Липовый. Липовый очень ароматный. Люблю липовый. По чаю ударим. Держи чай. Да. Ох, после озера хорошо. Просто отлично. Ох, после озера хорошо. Си. Конечно. Вот здесь на самом верху. Вот здесь на уровне пояса 90 где-то. Липовый, отлично. Ух, липовый запах отличный дает. Просто кайф. Может быть. Да, ой, такое не надо. Там. Такое не надо. Да, тут влажность такая сейчас. Сколько 70 градусов? Парафон пошел. А. Сколько 70? Да нет, сольник. 100. Ой, 100 при такой влажности. У тебя 100 градусов положено? Внизу еле тут. Сколько? Холодной водой поливаюсь. А у меня в предбаннике 50 градусов. О, ну зато спину хорошо. Какой это парафон 100 градусов? Не, ну тут же внизу поменьше. А. Это наверху 100. Это дверь открыть. Не надо, меня закрой. Открой. Труба какая-то. Труба. Это не жарко, это щипет спину. Как надо, как люблю. О, хорошо промаялся. Вот печка такая красненькая уже. Парафон работает. И выше 120. Чуть-чуть выше 120. Ну, 120, в общем. А, 60 градусов здесь. На, внизу у тебя где-нибудь градусов 90. Внизу? Да. А, не хочу 90. Да не, ну не 90, у тебя где-нибудь здесь. Ну, я думаю, 60 точно. А на самом верху здесь 120. А на самом низу 50. Ничего, сейчас вода остынет и с венчиками попаримся. Это много как парк. Побудь в предбаннике чуть-чуть. Ой, извинись. Опа. Ой. Ну что, да, нет?
хочу есть. Есть? А это апельсин. Копите. Я не хочу. Потом. Просто попробуй. Я не хочу. Откуси. Попробуй, не понравится, я возьму. Хорошо, Нина. Видишь, какой клевый. Он вкус у меня, я не хочу есть. Угу. Потом. Я хочу. Может быть, я съем сейчас еще. Я немножко съем. Это апельсин? Да. Это не грейпфрут. Это апельсин. Он сладенький. А обольет. Ничего, зальем еще. А ноги мне не поместишь. Ты аккуратнее, не расплескивай. Подставь грудь. И массаж. Стой. Еще стоять. Еще немного. Подожди. 3 секунды. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Теперь переднее. Семь. Восемь. Девять. Хотя немного с головой надо. О, хорошо. Все. А теперь на сам. Теперь сам я наберу. Молодец. Отлично. Вот это клево. А ты можешь мне еловое? Хочешь можжевельником? Вот этой попариться. Давай. Вот их не прикасаться. Рядом с тобой, да? Ну да, тут рядом. Ты докатываешься. А полезно, они щипятся, полезно. Ой, а ботинки? А где они? Они на улице. Ладно, иди. Потом. Ну, подержи над камнями, сразу станет теплым. Вот так. А еще парочку брикетов подложу. Вот так все прогорело. Парочку и достаточно. О, ушло. Сегодня, наверное, одна парочка топленных брикетов. На все время. Причем мы паримся в общей сложности. Будет 3 часа. На 3 часа парения. С парафоном хватает вот пачки топленных брикетов. А мы сегодня могли посмотреть, как мы на вершине. Зато теперь я сразу на верхний поблок. Дольем водички. Фу, в общей сложности литров 10 выкипело. Спарилось. Да и еще как. Еще как, интересно. Крадем его в кровати. В воде здесь горячая вода, подожди. Смешаю. Сейчас смешаю с холодной. Будет теплая. Вот туда ноги и грей их. Да так и сиди. Сиди 2 минуты. Чтобы здоровье пришло. Здоровье. Здоровье. Это какое здоровье? Такое. Такое. Все равно, сейчас пропарим, то нормально. Ой, ну хуй. Последняя пропарка должна быть хорошей. Ой. Такой, чтобы было все отлично. Ой. Ну вот.
хватит, мне не надо. Все хвори выходят, бесы выходят. Все. Да, тяжело, но ничего, потерпеть надо. Еще. Тем более я тебя чуть-чуть. Там ты меня нападешь. 10. Погнали на улицу. Ботинки, шлепки, да. Все, спокуха. Стоим. Теперь на, сам себе. Ну все, холодный теперь. Как плохо. Давай. Хорошо. Там, где ты находишься, да, где-то 40. Вот, а да. Совсем. Да, ближе глядим. Нам вот хочешь в ночь играть. Ноги пропарили, сейчас одеваться уже будет. Сейчас. Последний, все. Ой. Будем сейчас одеваться. Сейчас. Откроем двери, Настя. Пустим воздух. Ой. И будем уже одеваться. Я сейчас... Надо одеваться. Что вы трусы? Ага, ну, дорогие друзья, попарились мы на славу. Очень хорошее сегодня было парение. Однако, несмотря на пасмурную погоду с утра изначально, оказался хороший солнечный день, великолепная тяга, печь здорово работала, с профоном 2 медиана, вообще отлично. Вот, наверху 120 было, с вениками отлично пропарились, с окунаниями, обливаниями, ну, в общем, все классно. Вот, давай, Артем, что скажешь? Нет, ты чего скажешь? Скажи чего-нибудь. Мы все отлично попарились. Угу. А ты скажи, до новых встреч. Ну все, дорогие друзья, до новых встреч. Делайте как мы, делайте лучше нас. Повторяйте за нами.